Оба! Ох! Стоит, да, и это какая-то вообще прорва для города. А тут, товарищ полковник, 30 миллиардов рублей. Молодец какой. Начальник, значит, ничего не... Так. Бенч. Ой, жесть. Ну вот и нет, слава богу. Ну куда ты, блин, ёпта? А я куда? Да не выходи, сиди. Что делаем-то? Бананчики, няня, фуфусик. Блять! Сука, ебанат, блять. Пидорас, блять. Быстрее.
Актер Рейн Файнс, исполнителя одной из главных ролей в фильме «Спектр», агент 007. Ну и более того, поскольку Европа Плюс радиостанция номер один в России, то нам разрешили. Смотрел, что у меня машина не ушла на парковку туда вот, к забору. Да, для фуры-то лежащие полицейские. Стоп, мама, все, авария. Не мы, правда, подожди, сейчас мы там едем. Нет. Сейчас у него новое. Мы с ним ездили, еще шаблин тогда работал. Опаньки! Братан. Ебать. А, блядь. Okay, dear. You got some.